добрый день, Денис Зиновьевич. Да, добрый день. Меня зовут Владимир Мамаев. Сейчас буквально с вашим коллегой разговаривал в городе Мурманске. Мне интересует, как мы можем решить ту проблему, которую вам рассказали. Так, у вас что там за суды-то? Был продан жилой дом. Предыдущий собственник построил другой дом. И там на протяжении длительного времени запитывалось от той же точки подключения уже два дома. Потом он решил самовольно произвести изменения схемы электроснабжения, отключил жилой дом, тот, который он продал. На сегодняшний день он себя запитал, а тот дом отказывается подключать. Изменил кусок схемы электроснабжения с воздушной линии на кабельную линию. Соответственно, нам нужно для того, чтобы в суде... Я так понимаю, был два земельных участка, да? Изначально был один земельный участок, на нем был построен дом, потом этот дом был продан, и этот земельный участок был разделен, естественно, и на другом земельном участке также был построен дом. Но точка подключения осталась одна, все питались от одной точки подключения. То есть и дом предыдущий, по которому изначально был заключен договор, и потом последующий дом, который был построен. А на кого лицевой счет-то оформлен договор энергоснабжения? Договор был оформлен на Фишера, соответственно, договор энергоснабжения есть. Несмотря на то, что договор не переоформлялся, новый собственник продолжал платить за электроэнергию по старому счетчику, то есть он Фишеру отдавал деньги, соответственно, он продолжал платить. Хотя по договору, прямо в договоре так сказано, что если собственник меняется, то договор прекращает свое действие. Поэтому мы пытаемся сейчас оформить новый договор. Новый собственник Кузнецов через сайт оформил соответствующую заявку, заявление, но ему почему-то в ответ пришли какие-то документы, как по квартире. Фамилия на кого? Сейчас новый собственник Кузнецов, предыдущий Фишер. Смотрите, ну я бы как пошел, там нет никаких разногласий там с правлением или что-то еще? Есть большие разногласия, там идет какая-то, на мой взгляд, война. Война между новым собственником, предыдущим собственником, председателем этой ДНТ-кола, там вплоть до угрозы убийства и тому подобное. Ну, вы сами понимаете, просто так жилой дом не отключает электроэнергии, в которой живут люди, живет ребенок, это самоуправство. Заявление в правоохранительные органы подано, но результата никакого нету. Данную операцию сделали, на мой взгляд, умышленно, с целью мошенничества и причинения вреда. Объясняю, в чем суть заключается. Значит, когда отключили дом, таким образом понуждали заключить новый договор на техприсоединение и заплатить 500 000 рублей, что в конечном итоге у них получилось. То есть они заново потребовали подключить дом, жилой дом, который раньше имел электроснабжение, подключить как новое техприсоединение, за которое взяли 500 000 рублей, понимаете, да? То есть не 25 тысяч максимум, как предусмотрено, а 500 000 рублей. Как специалист в энергетике человеку объяснил, что не должны получать какого-либо нового техприсоединения, потому что у вас техприсоединение есть. А то, что сделал предыдущий собственник, и там кто угодно мог это сделать, просто взял, отключил самовольно ваш жилой дом электроэнергии, вы через суд имеете право требовать возврата схемы электроснабжения, которая была до отключения самовольного. Несколько лет платил за электроэнергию, дом был электрифицирован. Договор был на Фишера. Ну, скажем так, это частично родственники. Поэтому вот у них такие отношения шли, а потом они испортились отношения. И вот что стало, то стало. Вплоть до угрозы убийством. Так. Что вы здесь? Как поступить-то? Просто переоформляется договор на нового собственника. А дальше уже в суде мы ссылаемся на то, что есть договор, вот новый собственник, пожалуйста, верните схему электроснабжения к предыдущему варианту. Если это невозможно сделать, то в любом случае сделайте таким образом, чтобы электроснабжение жилого дома продолжалось. Прокопал траншею, проложил туда кабель к своему дому. Он при этом не учел, что электроснабжение других собственников, других домов должно не пострадать. Вот. Ну, то есть о себе подумал, а о других не подумал. Так, ну вот смотрите, тут ситуация-то понятная, но в идеале, оно, конечно, вот если вы приобретаете дом, а какой этот дом вот был куплен? Там номер есть дома? Номер, естественно, есть, все это есть, но там такая изменение было участков, там участки делились, это какие-то там кусочки туда, сюда присоединялись. Сейчас этот дом имеет номер 195, до этого был 189. Там потом дробь 1, дробь 2. То есть там такая путаница, мы до сих пор разобраться не можем. Изначально был построен вот этот дом, да, который купили. И он был электрифицирован. Он приобрел 3 участка, объединил их в один участок и начал строительство на нем. Значит, построил один дом, потом его продал, потом
построил, условно говоря, другой дом, и, я так предполагаю, он также его продаст, может, себе оставить, но неважно. То есть человек занимается этим, ну, профессионально. То есть он на земельном участке строит дома и продает их. Соответственно, мощность ему была выделена большая, там, по-моему, 37 киловатт с половиной, по договору там видно. Из этого общего участка появился еще дополнительный собственник. Естественно, нужно было выносить договор энергоснабжения и соответствующие изменения. Ну, как минимум, один договор превращается в два договора, соответствующие вычеты идут там, если это по общему счетчику продолжается расчет. Ну, понятно, вы знаете, да, что я буду вам рассказывать. Соответствующие вычеты есть из общего договора по ДНТ-Кола, потому что у них там потери в электросетях есть. Понятно, что они рассчитываются с Атомэнергосбытом по своему договору, а у них из договора, там по приложению 1, соответствующие вычеты идут по тем жилым домам, которые находятся на их территории. Ну так вы вот говорите, полмиллиона они потребовали, что у них и получилось. Заплатили полмиллиона? Да, заплатили, а куда деваться, понимаете? Это я им уже сейчас объяснил, что, как говорится... Так сделали новое теплосоединение, нет? Во-первых, это не быстро делается, во-вторых, они остановили исполнение этого договора, потому что сейчас будут уже требовать расторжения этого договора на тех присоединениях и возврата полумиллиона рублей. Ну, вы понимаете вообще, что это мошенничество? Много лет электроснабжения к этому дому было, то есть тут до вопросов даже не обсуждается. Договор энергоснабжения на этот дом был, электроэнергия поступала. Так а почему новый владелец сразу не заявился на электроснабжение? Я вам объясняю, что... На договор энергоснабжения, точнее. Вот он сейчас заявляется, понимаете, не было до этого спорных ситуаций, жили как жили, говорится, как соседи, как родственники. Сейчас у них определенные разборки идут там, с ребенком связаны и тому подобное. Война, вот я вам двумя словами говорю, война идет. Ну вот так-то, чтобы не доводить, надо было как раз новому владельцу прийти, переоформиться. Понятно, а теперь новому владельцу неинтересно его заново подключать, потому что это расходы. Вот. Никто бы не стал платить эти полмиллиона, если бы не возникла вот эта ситуация. То есть создали искусственно ситуацию, сосед отключил дом и, пользуясь незнаниями, убедили его в том, что ты должен получить новую точку присоединения. Ну, понимаете, то есть говорят, что вот я тебе продал, условно, да, дом без электроэнергии. Должно быть ровно наоборот, понимаете, то есть именно этот объект был электрифицирован, именно этот дом, который был построен первоначально. Да, и он приходил даже еще не к нам, а в сетевую организацию, или там еще и в Колэнергосбыт, у кого был до этого статус гарантирующего поставщика, потому что у нас этот расчет с даты начала деятельности Атомэнергосбыта в роли, ну, в статусе ГП. Я понимаю, да. Ну, тот договор, который я видел, по-моему, от 2014 года, там это с сетевой организацией тогда еще был заключен, я так понимаю, гарантирующим поставщиком функции выполнял. Да, статус был сетевой организации. Вот, а через год, от 2015 года, они уже с Атомэнергосбыт переоформили. Да. Все, и больше я новых договоров не видел. То есть он автоматически пролонгировался. А в 2019 году он этот дом продал, понимаете? То есть вот с 2015 по 2019 год собственником, получается, был Фишер, а с 2019 года уже Кузнецов. То есть уже в 2019 году нужно было переоформить этот договор. Но были вот такие родственные отношения, то есть, ну, отдавал деньги, то есть у них там свой счетчик был, он по счетчику, это в суде не оспаривается, это все установлено, то есть сколько платил, за сколько потребления на дом было, то есть это все оплаты регулярно поступали, никаких там задержек, ничего не было. То есть, как таковой договор энергоснабжения исполнялся. Неважно, что он фактически прекратил свое действие, ну, по крайней мере, на предыдущего собственника. Но по нему происходила оплата потребления электроэнергии. Естественно, там уже в этом договоре была оплата на двух собственников. И одного дома, и того дома, который был построен. Вот. То есть по нормальной схеме нужно было заявиться новому собственнику, новую точку учета принять к расчетам, ну, чтобы был раздельный учет одного дома и другого дома, чтобы каждый имел свой лицевой счет, и, соответственно, была оплата. Но вот так произошло, как произошло. Сейчас мы хотим вернуть к старой схеме, но есть основания подозревать, что там он мог и счетчик сломать, хотя есть фотографии этого счетчика, по которому дом Кузнецова производил расчеты с Фишером. Фишер уже оплачивал по общему счетчику за все потребление, свое и Кузнецова. Что требуется на сегодняшний момент? Просто оформить договор по состоянию на 2019 год только на Кузнецова. А дальше в суде мы будем разбираться. Да, я сейчас просто не
не вижу. Надо искать нам эти документы, если они, опять же, у нас есть. Потому что у меня такое чувство, что это переходящий договор. У нас просто может не быть документов, на которые в свое время оформлялся этот лицевой счет. Не, ну у вас в базе-то все равно в компьютере все это есть, когда гарантирующие поставщики меняются, все это перекидывается. Нет, вот я вам об этом и говорю, что это, ну вот, 80%, даже, может, в 90% случаев документов у нас нет. Переоформили, потому что нам передалась база, знаете, лицевых счетов. Да я понимаю, я знаю, о чем вы говорите, почему, потому что я работал КРЭС, знаете, такая гарантирующий поставщик раньше был, Кола регион энергосбыт. Поэтому я прекрасно знаю, я непосредственно эти договора заключал, оформлял, переоформлял и тому подобное. А так база все переносится, все как бы у вас есть. База-то перенеслась, ну документы были переданы или нет? Я скажу, если Фишер предоставляет в суд копии этого договора, значит я предполагаю, что он у вас есть. Даже если потерялся, в любом случае он в компьютере занесен, договор его можно повторно распечатать. Да, именно с Атомэнергосбытом. Я же говорю, от 15-го года. Ваш коллега-то номер сообщал его. Значит найдем, да. Нет, то, что договор есть, как бы это 100%. Я даже знаю, кто его подписывал. Мы вместе с ним работали. Ильченко Игорь. А, Ильченко, да, на тот момент Игорь Ильченко. Мы с ним в одном кабинете сидели, работали. Поэтому о чем мы говорим, я очень хорошо понимаю. Ага. Так. Но там у нас уже, наверное, дом тогда фигурирует, какие-то данные исходные, какой объект фигурирует, да, я так понимаю? Да, там фигурирует, но там нумерация немножечко другая. Почему? Потому что, смотрите, договор был, получается, от 15-го года, а потом вносились изменения, участки делились, присоединялись, номера домов менялись. То есть сейчас дом фактически 195 имеет цифру, 195. До этого было 189. И земельный участок там и на войне. Там такая путаница, что мы до сих пор не можем разобраться. Вот мы пытаемся разобраться, мы не можем разобраться. То ли умышленно это было сделано, то ли когда регистрация происходила, так все это пропустили, все тяп-ляп вот на самом деле. Ну смотрите, мы сейчас на эту ситуацию, вот мы конкретно, повлиять не сильно можем, да? Потому что тут как бы и... Мы можем там, да, переоформить договор, да, но опять же, как нам идентифицировать, опять же, весь вопрос. Состояние 2015 года, когда был заключен договор по конкретному объекту с конкретным собственником. Соответственно, есть новый собственник. Мы предоставляем новые правоустанавливающие документы. Вот. Ну вот единственное, там, конечно, нумерация уже будет другая, потому что с 2015 года по 2019 год там неоднократно менялось название участков, название домов. Всю вот эту цепочку отследить, где какая нумерация, это условно говоря, как свидетельство о браке, там, и смене фамилии. То есть... А председатель не давал документы о тех присоединений? Ну и не даст, я так понял. Нет, да? Ничего не даст, там... Это своя, скажем так, группировка, поэтому там они максимально идут против Кузнецова. Просто сейчас оформить договор от 15 года с 19 года на нового собственника. Все. А дальше мы в суде показываем, что, ну, как бы мы показываем и то, что у нас, во-первых, есть документы, правоустанавливающие на этот дом. Но мы таким образом показываем, что договор энергоснабжения заключен с 19 года, ну понятно, что он, допустим, сегодня оформлен, но заключен именно с 19 года. Можем, да, распространить правоотношения на 19 год, можем. В суде очень сложно вообще им объяснять. У меня сложилось впечатление, либо судья настолько не владеет законодательством об электроэнергетике, ну, либо это умышленно какая-то ситуация происходит. Я на пальцах ей объяснял, что, вы понимаете, не имеет значения вообще, где находится точка присоединения. Вот тут и для нас может возникнуть проблема, видите? Мы сейчас, вы заявитесь на переоформление договора, а привязать вот этот вот, если там вы говорите, все менялось, а привязать именно к этому объекту, на который был заключен договор энергоснабжения, мы же тоже не можем вот так вот. Так, смотрите, понимая ситуацию. Дело в том, что ничего не менялось по состоянию на 19-й год, на 15-й год.
Да даже на, по состоянию на 22-й год ничего не менялось. Поменялось вот буквально недавно, когда старый собственник взял и самовольно влез в эту схему и все поменял, понимаете? Он отрубил дом, он бросил кабель, он изменил схему электроснабжения. То есть, по большому счету, если сейчас прийти по старому договору, попытаться проверить соблюдение условий договора, то они не соблюдаются, потому что там совсем другая схема подключения, все другое. Поэтому по нормальной схеме должны все вернуть. Возобновление подачи электроэнергии должно быть восстановлено. Потому что есть соответствующее законодательство, что не препятствовать перетоку, там третьи лица не имеют права. В данном случае Фишер, как человек, который также потребляет электроэнергию от тех же самых сетей, он препятствует перетоку. То есть, условно говоря, он произвел работу и переключил все питание на себя исключительно, отключил соседа. Получается вот так вот по логике, что Фишер сейчас незаконно присоединен. Ну, получается так. С нарушением третьих лиц там. Понимаете? Получается именно так. Именно так и получается. Да, он в свое время заплатил за тех присоединения. Заплатил свои деньги. Но это не означает, что теперь эту точку присоединения он может переносить с одного дома на другой, который он там строит и строит и строит. Это все равно, что продать дом, а потом прийти и сказать, вот я тут в свое время двери поставил красивые, я у вас их забираю. Все, дом продан. Да, это понятно, это да. Так это понятно, вы видите, не всем понятно. Даже судьям это не совсем понятно. Поэтому я хочу просто им положить на стол этот договор и сказать, смотрите, вот договор, вот бумажка, вы любите бумажки смотреть. В бумажке написано, собственник Кузнецов по договору на снабжение питается его дом. И судьи не будет никакого выхода сказать, что да, Фишер, вы тут вообще ни при чем. Потому что объяснять там законодательство, каким образом заключается договор, даже не заключается, а переоформляется по 442-му постановлению правительства Российской Федерации, на все эти пункты ссылаться, это темный лес для судьи. Так, вы подали заявление, да? Через сайт заявление, но ему в ответ пришел не тот договор, который должен быть на жилой дом, а почему-то по его частной квартире. Он туда, соответственно, приложил все правоустанавливающие документы. Ну, все. Я не знаю, это сбой произошел какой-то или что-то случилось. Или как? Сейчас он ничего не дублировал. Сейчас я с ним, с вами побеседую, я ему сообщу результат беседы. Он, в принципе, может продублировать, я думаю. Вы продублируете, может быть, на электронную почту мне? А, давайте тогда запишу вашу электронную почту. Да, я посмотрю документы и попробую найти в архиве те документы. Угу. Предыдущего, и будем уже тогда разговаривать, что мы можем, что мы не можем. Угу. Давайте тогда я запишу почту вашу. Если будет возможность, как бы эти два объекта, лицевой счет и этот объект с новыми координатами связать между собой, то, конечно, тут мы-то что, если должен быть там счетчик именно на этом объекте этот, то, понятное дело, он должен быть там. Я понял все, весь вопрос, всю проблему, я понял. Сейчас я поищу документы, вы отправьте, и будем смотреть, начать, что мы можем. Может, появится дополнительный вопрос. Да, просто человек в море ходит, я сейчас еще неизвестно, когда с ним свяжусь, но к завтрашнему дню точно вам на почту все поступит, все документы, которые у него есть. Правоустанавливающий. И напишите там ваш контактный телефон, чтобы это... Хорошо, печатать. Хорошо. Хорошо. И имя, отчество хотя бы. Хорошо, напишу, да. Да, все тогда. Угу. Спасибо большое, до свидания.